Ой, это все у девочек надо узнавать. Нет, не закончилось. А, Ольга Борисовна, вы скажите, давайте. Старт продаж еще идет. У нас двушечка закончилась. Я все себе купила. Ну да, я уже где-то успела. Там, если вы один шприц берете 10%, 2 15 и 3 шприца 20. Ну, можете брать одного наименования, 3 шприца, можете пробовать разного. Здесь вот идет морщинка, которую можно пройти почаще. Соответственно, выложив сначала в стандартное расстояние, можно потом это добавить. У нас получается такое прошивание красивое, которое действительно дает свой хороший результат. Одновременно с этим идем уже здесь. Сколько у вас последний раз держали сегодня? Знаете, у меня еще слегка было видно на пятый день на шее. Вот. А так у меня обычно три держатся, тут подольше. Я думаю, что это за счет двушечки, может быть. То, что нет, это нет, два. Нет, нет, за счет того, что, да? За то, что ну, тот пептид, который стабилизирует говорение, да. Ну, да, вполне. Не за счет. Девочки к вечеру уже расходятся, у нее и филлеры за 3 месяца. Филлеры за 3 месяца? Ничего себе, гиалуронидаза активная. Нет, 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 это гиалуронидаза. Получается 1,6% тоже 3-4 дня, да? Да, да, да. Надо ориентировать пациентов на больше. На вот, для того, чтобы они потом не предъявляли. На 7. А? На 7. Не-не-не, вот так не надо. Так он просто делать ничего не будет. Нафига надо? Да, папулу на 7 дней. Это колонка, скорее. Ну вот последний раз мне делали в пятницу, вот было как-то мы прокололи. Я в понедельник пришла, то есть считаем, да, суббота, воскресенье, понедельник. Ну, да, четвертый будем считать день, да, даже не третий. Вот слегка было еще видно. Но, в принципе, зато когда они уходят, сразу меняется настроение. Настроение, да.